Югорские ватерполистки завоевали серебряные медали первенства Европы. Накануне в городе Кириши завершились континентальные соревнования среди спортсменок до 15 лет. За юниорскую сборную в этом турнире выступали две югорчанки – Дарья Савченко и Валерия Сависько. Так, до финального поединка наша команда дошла без единого поражения. Более того, за 4 матча россиянки наколотили в ворота соперниц более 90 мячей. В главном матче турнира россиянки встретились с испанками. До конца игры команды шли мяч в мяч, но успешнее оказались соперницы 13-14. К слову, Валерия Сависько оформила дубль.